Похоже, а тебе как бой? Я смотрел Шхуну. Короче, я там играл, потом допы. Ну, я его посмотрел, как Зубайра из-под тишка ударил Макгрегора. А потом еще один с его шапкой, короче, бил Макгрегора. Посмотри историю Бржана вот этого. Он там Не. тупарит. Я ржу, этот Хабиб постоянно на все встречи, блядь, приходит с этой шапкой ебаной кавказ. Как она называется? Хапа или Пахалайка? Блин, я забыл. Сейчас. Бржана Шин, где ты? Так, внимание, важная информация о Optimus Gang, новый видос. А мы все это время в рейтинг играли или нет? А, слушай. Нет. Охуеть. Хочу, короче, залезть на сетку. Это, блядь, ирландская сучка ударила здесь. Я в ахуе, блядь. На той же не остался. Бам-бум. Двоечку дал, блядь. Бля, папаха помешала, левой руке папаха была. Идите нахуй, те, кто говорит, типа, хули ты смеешься, блядь. Смеюсь, потому что это, сука, смешно, пиздец. Это пиздец абсурдно, бля. Это не каждый день такую дичь встретишь, бля, на таком уровне. Очень многие люди... А, это видео, которое ты скинул? А два интересных момента. Вот он. Бля, ну это же пиздец, товарищи. Это же пиздец какой-то, блядь. О, дельняшка. О. Я сохранил эти фотки. Заходите. Их еще Сейлхан скидывал. Сейчас 21. А-а-а. Саули, Адилил, откуда у Сауля эти фотки? Какие? Где ты такой няшный сидишь, прям на ковре, а как? Гульнар ждет. Я еще написал, это ж типа Лаура написала, да? Или какие? Лаура, или хуй знает. Занешка, это Нет. я такой написал, жалко, что не Гульнур. Если встречусь, Лаура, а говори Лаура, она тебе... Что сделай? Она тебя не оставит. Лаура! Блин, Алан, короче, в общаге квартирной в этом. Он в Гардене. Ух, ё. Лично мне поебать. Приглашай. А, пригласил? Принимаю. Я зашел. Тимчик. Что? Покупай радугу. Это весело. Меня не по У теме. него не тянет. Моноблок. А моноблок за 2 миллиона бы потянул. Тимчик, когда комп соберешь? Через 40 лет, наверное. Когда? Когда первую зарплату получишь, и вторую получишь. Папаха, блядь. Ничего себе, там Конор ответил ему. Зубайра ему так шапалах, а Конор такой левый ему. Ну. Зато Конор выиграл это Альдо за 9 секунд. 13. Да меня не ебет, блядь. Это было быстро. Не, я реально, это был первый бой UFC, который я ждал, хотел посмотреть, потому что там превьюха охуенная была. Как они... Короче. Ну, Конор же он это. Шоумен. Бизнес. Все ради шоу делать. За бой с Майвезером. Майвезер получил 130 лямов, а Конор 80, вроде так. Ух, ё. Блин, нет таланта, чтобы тащить нам катки. Ну, в смысле, есть гамбл. Чтоб делать тотальный разгром. Фиаско. Тотальный разгром. Не, ну мы вчера вечером 3 игры же выиграли перед тем, как закончить. Три игры. Не,
Мы, в общем, выиграли 4 игры и 7 раз проиграли. Давайте. Ну, много раз проиграли. Похоже, заебал. Колючку установлен. Колючка зажимаю. Только один объект? Нет, второй. Нет, второй. В другой комнате. Или нет? Еще 10 секунд. Да, у вас 5 секунд. Надо укрепить стены. Контейнер не был обнаружен. Защищайте объект. Мы это как... Толпу играть. Пока противника не вижу. Чей? Казус понесли. Только что выбрал опал. Враг обнаружил химконтейнер. А, меня спалили. Меня спалили. Где? Хорошо. Хорошо. Уходи. Чё ты сделал? Саня в дом не доходит. Корт? Тим, Маус, уже? Ты... Я алло? Второй раз вчера тоже. Надо поставить место взрывчатки светового. Тащите, короче. Защита! Вот он, вот он, вот он. Ух, ёо, он савский то. Я помню, как вчера ржачно убил эту штуку. Ага. Как ты что понимаешь? Атлет, тебя палят, атлет. Еще один. Ааа, понял. Где? Окей. Где он? Сиди, короче. Вон. Один оперативник жив. Вон он. Видишь окно, которое открыто, Лен? Там? Вот, вот, вот. Тут? Тут. Вон там? Ох, да, вон. Слева от тебя, короче, двое. Ближнее окно один и дальнее окно один. А блядь, из-за этого вентилятора я чувака спалил, понимаешь? Я вижу, блин. Крепись, пацан, крепись! Лен, пыли. Поражение. Не, это ты фигня? Это лимба, блин. Чё за щит такой? Вот смотри, чё за хуйня? Как его вообще убить можно? Я не знал, что у меня... Почему у меня этот стреляет по очередно? Я думал, у меня этот... А, там на Б вроде. Надо поставить по одной пуле, чтобы не стрелял. Спросим у Алана, когда он приедет с Гардена. Обязательно. А, он типа в общежитии, что ли? Потом на субботу приходит, да? Ну, КТЛ. Определите, где химконтейнер. Знаете, что мне всегда говорят девушки? У тебя... Ален, у тебя... ты такая свинья. У тебя хорошие шутки. И не только. А где ты просто со мной в постели? Отлично. Удалось обнаружить контейнер. Втором? Да блин. У вас еще 10 секунд. У вас еще 5 секунд. Ну ты оделись так. Контейнер обнаружен. Захватите его. Так. Он где? Скажите мне. На первом.
Заходите. Ален? А? Заходи. А. Кто тебе? Ален, давай, разведай место. Я взорву эту фигню. Ален, Ален, подожди. Я тоже взорву. Давай вместе. Раз. Разведка. Я прикрываю. Один, походу, сверху. Да? Я в этой комнате. Чё? Микрофон. Противник на прицеле. Первый я попал, этаж. Попал. Где? Здесь там. Да, это комнате. Пока буст! Оп-оп-оп-оп. Так, второй. Нет, уйди. А? Один спать, ты мне жив. Сверху. Где? Вот. Нет. Где сверху, блядь? Команда уничтожила врага. Говоришь сверху, но нигде, блядь. Ох, сука, один, блядь. Лоб, ты чё? Нет. Сверху, да! Атлет. Я тоже её скачал, как и ты. Заткнись. Ух, сука, Курт, блядь, ты руинер. Там. Мут, блядь. Атлет, малыша, кирпичу. Атлет? А. Как дела? Нормально. Долбит, нормально. Сейчас. Чё так долго? А, микрофон, да нет, настрой микрофон. Укрепляйте позиции. Обеспечьте охрану объекта. Понравился этот звук, долбит нормально. Капкан установил, к окну не подходите. Капкан установлен. 10 секунд. Осталось 5 секунд. Попытается обнаружить контейнер во время атаки. Я буду и так чекать, похоже. Нормальная позиция, блин. Ален? Противника продолжается в контейнер. А, камера зашла. Убил. Сломал. Я камеры чекаю, окей? Флешка. Флешка. Убил. Звонят, звонят. Я перезапускаю. Убил. Хорош. Я перезапущу. Блять, достаточно двери. Нет, ну как прокидывай гранату? На R зажимай, да? Ой. Подними. У меня лох. Я его сейчас попробую убить. Перезапуск. Прошел один, прошел. Где он?
Где? У моего окна? Да. И у моего. Один зашел вроде. Он слева от тебя. Процесс захвата прервали. Устранить противника. Ой. А где это твой прицел? Я не знаю. Перезаряжаю! Так, ребят, сейчас я камеру чекну. Один враг еще жив. А вон нашел он на первом. Камин, коридор, где находится, двое. Он у камина. Ну-ка, может, переместился? Нет. У вас 15 секунд. Есть всего 10 секунд. Не дайте врагу возобновить процесс захвата. Противник пытается захватить хим-контейнер. Помешайте им. Попытки захватить хим-контейнер прерваны. Ау. Задание выполнено. Противник устранен. Чуть все зашел. А как он здесь оказался? Хз. Ух, если бы ты не ты! Че он там делает? Я. Лен, че у тебя с микро? Знаешь, как я это называю? Как? Долбит нормально. Это ты услышал? Блин, хочу найти этот звуковой эффект долбит нормально. Я не могу. Нашел только в танцах Рикардо Милоса. Блин, я помню, как все мечтали об этом. Когда я мелкий был, об айпаде, а сейчас никто о нем практически не думает. О планшетах вообще не думает. Я вообще забыл, что есть планшет. Да. Определите, где хим-контейнер. Ладно, ты за Twitch играешь? Ага. А, давай ты шокируй всех, а мы убиваем. Конечно. Там вроде два потому, да? Два раза можешь шокнуть. Да, сколько хочешь только. Опа, спи. Первый этаж. Да, так что так проехали. Да. Где залог? Нашел одного. А где объект? Поздравляю. Команде удалось найти хим-контейнер. Я нашел. Еще 10 секунд. Все, спрячьте свои боты. Ален. Спрячь своего бота. В углу спрячь его. Контейнер обнаружен. Захватите его. Надо было не спрятать его, чтобы потом использовать. Сломайте окно. Я там этот пролез через. Я батахнул. Патронов нет! Я со второго этажа зайду вниз. Ай, блядь, один на втором. Что он там делает? Я красиво умер. Очень красиво. Да, не покиньте еще и камеру. Могла это что, типа читы, вагбан, что ли? Кидаю гранату! Да. Тут сразу маятись, ты что включаешь. Ну типа вчера где-то трех человек заблокировал это батлай. Ну тут батлай лучше, чем ВАК. Ну блять, кажется, вся система лучше, чем ВАК. На втором один был, где наша бомбаш находилась, ВАК тоже. Там
Противник устранен. Задание просто выполнено. Профессионал. Не, ну представляешь, а, смотри, я поставил мину возле противника. Он, короче, упал, да? Я взорвал мину, и он умер, я умер. Это было красиво. Победа. Не, победа. Ууу, да, какие ёбки. Ой, ооо, ммм. Байден боссы. Ё, чё, изня, давай ещё раз. Чё ты поймал? Давай. Он мне... Я с шансом 5.5% ральнул пакет. Вау. А, нет. Подожди, не начинай, Курт, я чай принесу. Эй, постойки его добавил? Да. Чай приду. Как? Так будем играть, нет? Сейчас эти пидоры придут. Еще раз повтори, пожалуйста. Сейчас эти пидоры придут. Алло. Спрашиваешь, будем играть или нет? Да, да, атлет пришел. Как ты думаешь? А? Как ты думаешь? Нет. Да. Вообще начали, даже я не пришел. Я почувствовал тебя. Как ты можешь меня почувствовать? Черепет. Все, я взял это спецназовского новобранца. Советский, бля. В смысле, капкан же советский. Посмотри на его глаза. Мира шоу йо титс, плиз. Я там такой, fuck you. Да покажи сиськи, ну ё-моё.
Пошел нахуй. А чё у нас за дефа, до дефа 2 Путин играет КМБшек в Германии тупо шпион? Хуй его знает. Moves like Jagger. I got to move like Jagger. К обороне. Враг не должен обнаружить хим-контейнер. Ну, понял, Олег, где мы с Тимуром здесь играем? Погодите-ка! А как этот переключить? Что мы должны решить? А, все понял. Ой. Заложника нет? Двери не подходите. Где цель? Бахпожа, где цель? Вон, рядом. Где? Стену учили. У меня этот и... Смотрите, у меня взрывчатка есть. Turn fast, please. Captain. Осталось 5 секунд. О, ребят, стену можешь? Где? Контейнер не был обнаружен. Защищайте объект. Осторожно. Стену укрепила. Враг обнаружил хим-контейнер. А, укрепять еще. Смотри, у меня дипломат. А у меня САС 12. У меня ход. Перезаряжаю. Арива 5. У меня Макарова. А для ты с этого не можешь палить, понял? А не мог нас видеть? Нет. Ух, ё. Патроны чётко кончились! Присели. Колючку поставил. Если граната, нам пизда. А как здесь прыгать? Прыгать нельзя. Перезаряжаю! Блять, нам пизда. Хочешь кинуть? И снова сярбан. Там этот. Ну что, чувак, зарезал. Там этот. Если пройдут, то у меня там мина стоит. Ух, их там. Ема. Гранат где? Ёб твою мать, откуда? Откуда? Я чё, ебу что ли? А, вот один. О, все. А где щитом, осторожней. У одного щит. Это... Оооо! Чё? Курт, как ты второго убил? Курт, как ты второго убил? Хорош. Ох, еще один заблокирован под глазом. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Долбит нормально. Если у второго Адиля с фамилией убрать Бек, я его ем. Ваша задача — обнаружить хим-контейнер. Офигеть, у тебя микрофон!
долбит нормально. Для меня ненормально, у меня чуть уши из ушей кровь не пойдет. Да блин. Прости. Ничего, жить буду. Они сверху. Ахуен. Мы снизу? Нет, мы снизу, чекали. Я застрял. Я застрял. А, нет. Начнем через 10 секунд. Они на первом этаже, не на подвале. Начнем через 5 секунд. Бомбу найдите. Неизвестно, где находится химконтейнер. Ищите. Да. На первом. Вон челик. Адлет. Чё? Ты в порядке? Да. Куда человек этот исчез? Похоже, прикрой. А, лох не поймал. Хе-хе, я попал. Ален, подними. Бля. Где? На подъеме. У лестницы. Это где? Да-да-да, там, справа. О, хорош. Они, короче, сверху, походу. Чикаю капканы. Там нет никого. Да, вон там, да-да-да. Ничего себе, чувак, следы смотрят. Чикни право-лево, там капканы могут быть. Ловушки. Вау, помоги мне. Они снизу. Вон. В живых один оперативник. Инфу? Справа, походу. Нет? Слева. Внутри, да, там. Там. Слышь. Горячо. Не-не-не, холодно. Cold. За этой хуйней, hot, да-да-да. Ход. 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 Слева сразу. No. Ебать. Противник здесь. Устранить укрытие. Трубу. Химконтейнер обнаружен. Команда уничтожила врага. Профессионал. Первого положил, второго сыктывал. Ах, за это не стыдно и пососа. Наверное, мира охуела. Хангур, да? Тимур. Ишак. Мал. Терпел. Долбит нормально. Подготовьтесь к обороне химконтейнера. Ох, это мы где? На подвале. Сломать нельзя. Закрою проход. Ждем гостей. 10 секунд.
35 секунд. Контейнер не был обнаружен. Защищайте объект. Аккуратно здесь. Я здесь буду. Укрепи. Ален, укрепи. Или... У меня все уже нет укрепления. Пошли вот сюда. Да. Короче, вот такой устройка камера. Будем чекать нее. Можешь посмотреть прямо сейчас. Вау. Вы такие деньги. Стена усилена! О, вот там чувак. Где? Что? А, вижу. Да. Я твой зад чекаю, короче. Чекну пулестойкую камеру. Рядом. Это, капкан. Там чилик упал. Мёрт. Вот он лежит. С ним не выходите. Ален, Ален, прикрывай, я пульс камеру чекаю. Чекай камеру. Вот тут. Не высокий. А, вот еще один. Где? Перезаряжай. Вот. Там двое? Один, короче. Осторожно. Сзади чувак убил. Хорошо, мой придешь, такая полезная вещь, знаете? У них нет шансов. Тут только две двери. А стен нельзя сломать. Магазин меняю. О, там челик. Ален, в этой двери. Вот там? Да. А для этого тебя тропаешь? Да, а нет? Нет. А для этого тропаешь? Ай, блин. Красиво убил. Хотел красиво, как тогда, помните? Живых только один. Стой! Лаз вроде здесь. Нет, он с камеру сломал. Где? Стойку? Нет, это. Бля, хуй знает. На подъем такой. Блин, он пулестойку тоже сломал. Все, слышу. Он у меня сейчас будет. Пусть он пройдет, у меня капкан там стоит. Сдохнет все равно. У него дробаш. Враг уничтожен. Есть. Поздравляю команду. Безоговорочная победа. Фиаско только наоборот. Ух, псмаля. Ой. Ладно, все мы клатчи делаем. Crazy Gamer садик покинул игру. JY. Эй, я не успел мне дать альфа получить. Хочешь ты себе ханай сауахтар? А ты что, в школу пойдешь? Придется. А я на тебе вышел? Нет. Я игру свернул. Я тоже свернул. Почему вот Джо такие тёлки страшные? А? Адель. Почему в Джо такие тёлки страшные? Хожу. Завтра физика, алгебра, история. Щит тілі, қазақ тілі. Чё сауал кейсім бе? Группай. Ох, ёо.
И чё, Охлис Моллер, да? А? Обижаешь. Хотя у меня с ним тоже сердце старше. Который говорит, съебемся и потом сидит до вечера в школе. Ну, дома делать нет. В смысле? Так у него же есть Осман, Бекшельпек. Так и они же не всегда гулять идут. Капец, я думал, они всегда гуляют. Ё-моё. Нет. Фу, у нас челик вообще... Зигмунд, бля, страшно. Сейчас мы вообще редко выходим. Что-то мы скетч на этой неделе не снимали, Ален. Ну да, Рафат же. Лен, что сегодня делал? Это у кого, блин? Весь день практически дома провел. Ален, что ты делаешь? По клаве бью, блядь, бесит уже. Что бесит? В школу ходил. Я сегодня потратил 1.5 часа, чтобы помыть клавиатуру. Нахуй так делать, нахуй так жить, если можно просто полежать и подрочить. Смело. Укрепляйте позиции. Обеспечьте охрану объекта. Бля, это опять этот дом. Пошел нахуй. Ален, чикай ботов, пока мы этот укрепляем. Держитесь подальше. Ботов? Я, ну который, блядь, это... Идут к нам. Гранаты ставят. Да, один не дойдет. Э! 10 секунд. Ради бот. Еще 5 секунд. Ох, ебать, я мантёр. Попытается обнаружить контейнер во время атаки. Успел, тот пропер. Димаш на стриме сидит. Вау. Ты стримишь? Ну да. Вот и пердишь ответ. Да, я. Блин, а где-то у тебя есть вот этот щит? Нет. Блин, не можно его поставить. Блин. Ух, пс, бля. Ёмай. Ален, чекай правый фланг, я с Куртом левый. Тут просто левый фланг большой. Закрыл правый. Нет, который сзади тебя. Я обнаружил химконтейнер. Ага, бать. Блин, я его занял. Зашел один пол. Начали снимать. Противник жив. Где? Меня убили. Я чё? Что ли как? Что? Группа откуда чё, всякие спортсмены с нами играют? Серьезно? А как он тебя убил? Откуда? Я чё, ебу что ли? Я такой лежу, пержу, никого не трогаю, берет. Всё нахуй, меня нет, блядь. А как греху делать, без оговорочной победы? Ага, давай. Я бы даже назвал фиал. Ну, чувак, 130-го левела, 186. А у нас? Нет, у них первое, второе, четвертое место. Определите, где химконтейнер. Определите. Наверное. Зрители атлеты говорят, наконец-то нормальный там. Они уберут. Зрители это Димаш справедливо. Блять, бота сломали. Отлично. Удалось обнаружить контейнер. Че, серьезно, подвал? А как в подвал выйти? А вот понял. У вас
Еще 10 секунд. Почему этот чувак бегал по второму этажу, если бомба в подвале? До начала 5 секунд. Может, он спал пикер. А, у них чили, который клоны делает. Контейнер обнаружен. Захватите его. Ебать, мы, конечно, охуенно заспаунили, блядь. Справедливо. На нахуй, один стена, блядь. Очень пушный. Получит. Клоны ставят. Погодь, погодь, погодь. Сейчас. Клон уже другой делает. Нет! Он лежит, он лежит. Чё происходит? Отомсти за меня! Похоже, нам игру тащит вот чё. Я камеры ищу. Уф, убил. Ваш след найден. Помянем его. Я все там через два типа. Звучит просто дефолтной камеры. Ты пропустил, пропустил, пропустил. Противник здесь, защищайте химкотейнер. Противник жив. Откуда второй? Что делать? Чекайте. Только один. Че нам надо делать? Давай. Дефьюз. Че, с че? Отлично, контейнер. С чего смысл? Вы должны тут оставаться, типа. А, типа, как это, двоерочный капчер поинт, что ли? Да. А-а-а. Захватывай. Блин, лишь бы не всосать сейчас. Это, за меня брат играет. Если че, не думайте, что я плохо играю. Понял, да? Хорошо, шо. Это вам не против меня 2 на 1 играть? Я играю за САС. Так, вообще-то мы уже старые киберспортсменами здесь, Тимур. Да. У Алины получается IQ с каждой каткой. Ну, как я мажор. А у тебя? А? Ответ твой ручка. Я деградирую, блядь. У него регресс, блядь, всегда. Да. Это он еще в доту не играл. Пофиг, кто там играет, ага. Пофиг. Кто-то хуйня. Атлет, постримь один раз, Дот. Добрый фан, куда же нужно? Я зарекурчу. Я сам себя зарекурчу, я вообще удалю канал, если такое будет. Пикмон 2010, потому что он 2010 года родился. Да не, такое не реально. У меня в Warface был Никим, Тима 2001. А у меня один 2001. Вот врага нашел хим-контейнер. Да где этот контейнер? А, вот всё, вижу. Блин, надо было вот эту стену закрыть. Это полностью. Вот есть эту белую стену? Тут можно спокойно всех загасить. Я могу, я могу. Давай. Есть ставь. 5 секунд. Так, блядь. Зажми просто. Разведбот противника обнаружил контейнер. Опа. Всё, блин. Все. Этот угол. Этот угол, короче, байт, типа байт, они сюда придут. Все, я пернул. Поставил колючку. Здесь никто не пройдет. Рванем, урод! Алин? Алин? Ты кто сделал? А? Who did that? I don't know. Бля, теперь они меня видят, я умер. Ну ладно, срать. Я пернул. Бля, я ничего не вижу. Один прошел. Бля, твой пердеж загасил мне этот. View. Sorry. You don't do that, okay? Ай-яй, как меня убили? Откуда? Вы чё, ебу что ли, они заходят, он где пёрнул? Хим контейнер прерван. Жив один оперативник. Группа провалила задание. Короче, ничья, ребят, ничья.
Ольда же. Я увидел челика и на него отвлекся, а тут это. Ладно, ребят, сейчас ничего сделаем. Какая трица, я прыгаю в бассейне. Долбит нормально. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Подписчик пропал. Димаш, не тролль, не смешно. Определите, где химконтейнер. Было 49, сейчас 48. Димаш, блин, подписчик пропал. Сейчас 47. Димаш, не смешно, подпишись обратно. Отлежь, они на втором этаже? Да. Все, вижу. Самое главное, цель. Где, все, я понял, где они. Короче, помнишь первое место? Да, понял. Олег, второй этаж. Я не знаю, как выйти на второй этаж. Ты вышел на улицу. Да? Да. 5 секунд. В канаве. Ууу, анимешчик, Олег. Данных по контейнеру нет. Приступить к заданию. Я пустая. Мама моя. Вы обнаружили химконтейнер. Захватите его. Красавчик. Зигмунд Фрейду. Чисто? Я зашел. Там есть. Внизу, чувак, внизу, чувак. Внизу. Убил. Я не заряжаю! Где здесь? Помогите этому челику. Помогите дефу. Давай. Подожди. Я помогаю. Поднимай. Все, на первом этаже чисто. Пошли наверх. Пошли. Эти двое на это. Так, курт. Шок-бот готов. Противник жив. А курт, блядь. А, это не. А я думал, это ты в меня стреляешь. Такую еду уху. Надо было зарезать его. Да, ладно. Имею привычку резать. Ребят, сейчас мы что, проебем что ли опять? Не, у нас есть курт. Давайте как-нибудь постараемся защититься нормально. Просто сидя, блядь. А мы сидим и вздыхаем. Не, я не понимаю. Я реально не понимаю, откуда меня убивают. Олен, кидай свой пердеж куда хочешь. Только не мой ебал. Не, ну вы помните, как я тогда? Мы вчера играли, и пердеж кидал и убил эту дом. Бля, реально. Самый любимый момент с этой игры был. Когда возвращаешься в Дагестан, один глаз на вас, другой на Кавказ. К обороне. Враг не должен обнаружить химконтейнер. Так, давайте определим. Надо посмотреть, куда надо хуйню сделать. А, да. Олен, тут давай щит ставим. Тут не пролезу! Ну так анимация. Надо укрепить. А мне анимация реально нравится. Как будто бы реально сам делаешь. Бота, догадайтесь, где бот? Вот. А нет. Укрепить. Здесь перекрыл. Осталось 10 секунд. У кого осталось укрепление? Стену укрепил! Осталось 5 секунд. Здесь бот врага нашел химконтейнер. Противник обнаружил химконтейнер. Все, ребята, их четверо. Меняю магазин! Ну ладно, все. Есть ловушка. Двери не заходите.
Сейчас покажу. Ловушку установил. Ловушку подготовил. А, ты чё убрал? Это мощно. Поставь. Ставим так. Поставь сюда, чтобы вот сюда. Малсом, да, тебя в углу зажмут. Вот сюда поставь, где я стою. Да-да-да-да-да-да-да. Я прямо вот здесь стану. Враг идет по вашим следам. Чего? Чё это за волна? Пердёшь. Там есть один. Да чё за меня тащи? Нихуя ты, Курт. Посравим этих тараканов! Ух, ёлы. Конкретно усердного. Я так умею. Я твой зад прикрываю. Апа. Блять, там один. Он залез. Вражеский дрон готов сканировать. Пускай. Ваш след найден. Ааа, блять! Сила гравитации. Он просканирует на. Блять, тут чё? Ебучий щит, блять, ебаная еба. Жив лишь один противник. Все, давай, вся надежда на него. Давай за Хабиба. Все, блять, за Хабиба. За Спарту. За Кавказ. Чувак, щитом остался или без? За Урал! О, смотри. Он чё крикнул за ворота? Нет, он сказал за Урал. Хуять, парень с Урала. О, найс. О, вот он. О! Не-не-не-не, давай, го-го-го-го! Мы ему инфу даем. Давайте инфу. Жестко! Чё, глухой? Если бы не наша моя инфа, блин. Тимур, да? Блин, а будет как мы сосали в первом раунде? О-о-о-о-о! Давай. Добавьте этого Тимура. Кур, добавь его. Ещё попробую, если он нужен. Чепучерик 2000 года рождения. О, Зигмунд принял. Все, давайте еще одну, я спал. Приглашай. Зайдет ли он? Как красиво. Он, походу, уже сам начал. Так, быстро. Ты. Айрат пишет в WhatsApp, ардага пай кеш шарах мен келе алмай. Кеш шарах. Чё это значит? Добрый вечер. Я вон фэйч. Всё, я удалил 69 объектов. И чё, хандай причинасы? Он да? Айрин? А он же... колледж смотреть, универ. О, арайга барамани. Да. О. Кайрат охуен дед. Ладно, и похрен. Коннор или Макгрегор? Макгрегор. Кавказ? Коннор! Коннор.
А Макгрегор, он тоже крут. Ну, он тоже, да. Да мне вообще все равно. Ладно, Путин или Владимир. Что? Укрепляйте позиции. Обеспечьте охрану объекта. Ну, он рус. Абрам орудит, в кавычках. Нурмумамбет или Бибип? Бибип, чё? А, Мура... Мура бомбит или чё? Мура бомбит, блин. Бибип, Мура бомбит. Ловушка. А что мы вообще защищение забыл? А, понял. Еще 10 секунд. Все, ребята, в этой стенке сейчас сидим и все, да. Еще 5 секунд. Активировал девайс. А че я не могу это? Враг попытается обнаружить контейнер во время атаки. Я укреплю. И вот это слева. Пожалуйста. Я укреплю. Да. Блять, уйди. Хорошо. Поднимите. Тебя подняли? Да, поднимают. Надеюсь, не убьют сразу. Противник обнаружил хим-контейнер. А кто? О, чё это? Курт, чё это было? Бля. Ты брейк-данс танцевал? Так, ребят, вы находитесь в зоне моего пердежа. Назад, вот смотрите. Одно неверное движение. И будет второй. Опять слился, блин. Фу. А здесь стоит все равно что? Бот. Сломал. Он его нет зуб. Я готов сдохнуть. Тут. Где? У меня. Убил? Серьезно? Где окно уже? Ах да. А тут в голову попадаешь, все, блядь, изи нахуй. Кто выиграет Йочизня... Ой, точнее, кто выживет Йочизня или Адалета? Кто выживет, явно не Адалет. Явно не Адалет. Адалет. Ой, у него тапочки, видели? Блин, домик классный, да? Я бы такой в Майнкрафте построил. Алло, Костя. Тимур, креатив, заём. Ой, я ору. Так, удалить. Ох, бля, спецотряд. Ой, спецагент Оссо. Определите, где химконтейнер. Нифига мы круто заспаунились. Тиара пишет, Хайрат, Рос там басха прикол топал, да? Скажите, что его зовут не Хайрат, а был Хайр. Ад. Где? На первом этаже. Я на второй пошел. Нашли? На втором, походу. 10 секунд. Да, на втором. У вас
осталось еще 5 секунд. Найти вот эту цель. Данных пока. Я нашел, блядь, только не осечил, это не осечил. Блядь, надо было ближе пойти. Ух, ебать, музыка. Лен? А? У тебя тоже наркомания произошла? Ну, чуть-чуть. Курт, тебя щит ждать? Как видишь. Аля, я взорву эти силы. Я здесь проходами команды. Мельма. Ален! Хим-контейнер обнаружен. Охрану контейнера прекратить. Убить врага и возобновить охрану контейнера. Помоги, Ален! Да тут нет, я этот. Тут. Нет. Как? Слева и справа, чувак. Слева и справа. Быстро. Стой. Сейчас по ногам будем стрелять. Или давай взорвем. Сейчас. Противник здесь. Устранить угрозу. Сейчас взорву. Ты сразу заходи. Раз. Берегись. Два. Три. Прыгай сразу в стенку. Пошли. Выезжаем. Противник близко. Охраняйте хим-контейнер. Я попал. Ну, блядь, где этот второй челик? Блядь, деф, сука. Ух, блядь. Нет, старай, что это? О, блядь, сука, крысы. Блин. Они, блядь, рядом стоят. Я же сказал, что слева и справа. Ладно, будем защищать. Похоже, в следующий раз так быстро не умирай. Пусть сдохнет и потом просто тащи и все. Я последний. Ебал по битам. Чё, может, квест? Чё, может, скажите что-нибудь, чтобы я собрался. Чё говоришь, я здесь? Если не выиграешь, завтра двойку получишь. Окей, спасибо, поддержу. А это что, она не идет, К обороне. Может, враг не должен обнаружить хим-контейнер. Давай, Ален, ты не будешь спать, я одну как-то в КС поиграю хотя бы. О, я так не умею. Эх, ты не умеешь, блин. Держитесь подальше. Я буду не умею. Вот врага нашел хим-контейнер. Бота сломайся, он там ходит. Бота сломали? А. Слышно было, нет? Да нет. Блять! Один! Надо идти. 5 секунд. Не дайте врагу добраться до объекта. Есть ловушка. Двери не подходите. Ищите этих мини. Боты. Ребят, я понял, что это сейчас гениально. Атлет, а? Пошли со мной. Ой, полейте прятаться.
Вот у меня то. У нас челик АФК, я его чекаю. Проверяю. Помогаю. Или как это называется? О, капкан сработал. Я Курт, у тебя, Ален. Враг начал сканирование. Таймер запущен. Вас обнаружили. Курт, этот. Это хуйня как называется. Откуда? Блять, помоги. Этот у меня в туалете, Я его не убил. Что за английский? У него же лучше IQ. В живых только один противник. Последний за IQ играет. Где? Внизу, внизу, внизу. А, там под около стола. Ладно, отлично. Один противник еще жив. Сидя, просто сиди. Блядь, сука. Ну не лежи. А для этого я камеру поставил. Где мы? Хотя может с той стороны зайти. У него вроде есть время. Ну у меня везде капкан стоит. В любом случае услышу. А Диль, ты смотришь со своей камеры? Ну все. Опа. О, вот он. Вот он. Смотрите. Значит, он сюда зайдет, да? Ну, он чекает, ушел, ушел куда-то. А вот вот он. Все, а че, он знает, когда мы его обнаруживаем? Показывает, типа. Вас обнаружили, типа. Как в Скайриме? Убежал? Ух, ёлка. Underground 2008. Да блин, у меня спина болит уже. Столько лежу. Целую 2 минуты. Где? Где? С той стороны, походу. А для этого времени. Зачем он сюда? Вот сюда пойдет. Заходи сюда. Да. Уничтожена. Это было красиво. Тупо Хабиб. Все, давайте выиграем. Постоянно тап нажимайте, там такой звук. Блин, кайф. Короче, идите за мной. У меня фигня, которая взрывает стены. Будем гэнг-бэнгать. Окей, ща, бомбу побоишь? А, короче, смотри. Ты шокируешь их, я взрываю стену, и мы заходим, убиваем шокирующего. Я могу только одного шокнуть. Да, это нормально, там же. Смотри, если один шокнут, второй к нему прибежит, это помогать. Ваша задача обнаружить хим-контейнер. Ваша задача обнаружить. Нихуя тут Ламборджини. Да я точно это. Ломайте камеры, кстати. Я нашел. Ну где враги, там, короче, объект. Вот здесь. Они даже здесь не светят. Ага. Место нахождения объекта установлено. 10 секунд. У вас еще 5 секунд.
Спрячься, ботов. Бля, вы все сдохли. Захватите его. О, музыка тут, кайфовая музыка ходит. Ален, ты с нами? Так, камер нет. Опа, камер. Заряжаю! Убил. На нуле. Так. Фу, не спалил. Второго убил. Заряжаю. Чего они выходят по одному? Ух, ебать. Чё это было? Один противник жив. Кто? Меняю магазин. Защищайте хим-контейнер. А, блядь. Спасите меня. Понимаете? Где? Вон он. Забарщик. Ален, слева. Вот он. Поздравляю, хим-контейнер. Тупо сидит челик. Ема. Ох, ох. Do you like what you see? Бля, я опять пятый. Ох, все, да, спасибо большое за игру. Давайте, может, завтра есть вечером. Окич. Салу. Чекет кейс, Курт? Кто? Тимур кейс Барасмбе? А, давай я тоже это. А? Поздно? Не, не хочу. Все, давай. Ой, Ниша в СВР, бля. Ты.